Выставка одной работы. Мрамор Койлга. Амонаидея. Попадая в невесомость, я у Господа спросил, почему земную тяжесть на людей он навалил? Почему так мало в жизни мы летаем и парим? Почему из страшной грязи выбираться не спешим? Почему из злата ванна не отмоет от греха, и космическая манна, квинтэссенция добра? Что величие, что слава, когда явится гонец, утешением для слабых и для сильных всем конец? Вот тогда и полетаем, превратившись в мегапыль, искривленное пространство, вот что будет наша быль.